Российский государственный академический Большой театр намерен расширять сотрудничество с Китаем. В планах провести гастроли в Пекине в 2023-2024 годах. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин. Ну вот сейчас конкретное сотрудничество идет. Мы сейчас подписываем договор о гастролях нашей балетной труппы. В июле месяце, с 25 июля в Пекине, наша балетная труппа приедет и покажет 4 спектакля «Дон Кихот» и 2 больших гала-концерта наших ведущих солистов Большого театра.